22 сентября на территории университета КИМЭП прошел женский турнир по футболу среди всех университетов города Алматы. Чемпионат был организован алматинским акиматом совместно с КИМЭПом. Данное спортивное мероприятие было приурочено ко дню города. Всего в турнире приняло участие 9 команд, разбитых на 3 подгруппы. Соперниками нашей сборной в этот день была команда Казуму Умя имени Аблайхана. Девочки из обоих университетов были настроены крайне решительно и не желали уступать друг другу. Матч состоялся очень зрелищным. Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу команды соперников. Несмотря на небольшой разрыв в счете, матч прошел на достойном уровне. Девочки нашего университета показали себя с хорошей стороны. Итог игры подвел главный судья чемпионата. Матч прошел в равной борьбе. Обошлось без предупреждений, без какой-то грубости, без удалений. Команды показали интересный атакующий футбол. Дальше больше. Айтишники никогда не сдаются. Своим настроем поделился тренер женской сборной Муита. Этот турнир в этом году для нас первый, но поскольку у нас имеется опыт в течение 2 лет участия на этом турнире, мы надеемся, что все сложится к нашим рукам. Конечно, соперницы команды очень хорошо играют, но я надеюсь, что наши выступят еще лучше. Желаем удачи нашим девочкам и держим за них кулачки.